Здравствуйте, дорогие друзья! Вы находитесь на канале «Обо всем понемножку» и зовут меня Григорий. Вот, приступаю к сборке своего нового аппарата, лазерного гравера. Что ж, я тут все разложил. Сейчас лишнее пока уберу, то, что не нужно. Будем разбираться, что как собирать. Вообще с такой техникой никогда не сталкивался, еще раз говорю. Теперь вот, впервые в жизни я с этим столкнулся. Сейчас будем разбираться. Инструкция вся на английском языке. Надо переводить ее. Будем хотя бы по картинкам смотреть. Есть какие-то картиночки. Что-то похожее есть. Сначала все выложим, разложим, все вытащим из пакетика, все разложим, чтобы видно было, где что есть. Так, лишнее, опять же, говорю, уберу со стола пока что, чтобы ничего не мешало. Угу. Какие-то уголки есть. В общем, здесь крепеж надо вываливать. Инструмент есть, шестигранички, отверточка, так, ролики с подшипниками, полочка какая-то, уголки. В общем, всякого крепежа полным-полно. Какой куда идет, сейчас будем разбираться. Вот куда идет. Блин, все такое мелкое, ребята. Что-то одна резьба не пошла. Может, отсюда закручивать изнутри. Снаружи, вернее. В общем, друзья, история тут долгая. Сейчас собираю, потом показываю результат. И вот, друзья, я собрал каркас. Вот так вот он получается. Вот такой вот. В общем, это прошло уже 2 часа. 2 часа я с ним провозился уже, с этим каркасом. Осталось приделать шины вот эти вот, провода разобрать. Говорят, болтиков не хватает, что-то дофига у меня еще осталось. Но я еще не закончил, конечно, но тем не менее, что-то много. Вот так вот крепятся трассы, эти ленты, которые в двигатель вставляются, резиночки, вот так вот они торчат.
Тут везде сделаны все пазики. Все вырезано было. Тоже, видимо, лазерным станком. Все детали из пластика вырезаны. Даже оставались вот такие вот в отверстиях штучки. Их приходилось выдавливать. Ну вот, пока что так получается. 2 часа работы. Сейчас буду вставлять провода и шины крепить. Ну вот, друзья, я и закончил сборку своего гравера. В общем, остался крепеж. Понадобился дополнительно ключик на 8. Флешку достал. Вот все. Тут осталась коробка пустая. Вот остался какой-то крепеж. Непонятные пластинки какие-то. Для чего они? Не знаю, так не нашел, куда их приспособить. Сейчас пойдем включать. На стол он, видите, у меня не вмещается. Стол шириной 700. Он у меня не вмещается на стол. Вот так вот свисает. Понесу на пол и включать буду. Вот, дорогие друзья, на стол не вмещается. Пришлось сюда перенести, в другую комнату. На пол поставил. Так, включил его. Он тут что-то на мониторчике показывает. Control файл. Меню. Ну-ка. О. Что-то совсем не хочет ехать. Вот я управляю. Какими-то шагами идет. Угу, минус туда. Так. Что-то где-то буксует. Видимо, подтягивать надо. Ну все, вот я собрал 3 часа. У меня заняло времени. Вот так это все выглядит. Сейчас буду разбираться. Еще мне надо учиться на нем работать. Смотреть будем, что кого. Все, до скорых встреч, пока. Так, друзья, запустил я свой станочек. Тут есть какие-то тестовые надписи. Уже 2 сделал. Сейчас посмотрим. Попробуем еще одну сделать. Что тут есть? iPhone сделал. Words попробуем. Вот он начал делать надпись. Какая-то Words. Небольшая надпись. Нашел какую-то дощечку. Пока на дощечке фанерок сейчас в наличии нет. Заказал. Вот работает моя чудо-техника. На компьютер программу установил, но компьютер еще не подключал. Программу установил лазер ГРБЛ. Сейчас закончит, посмотрим результат. Я уже сделал 2 надписи. Мы сейчас все посмотрим. Идет дымок, конечно же, он жжет. Это видно все прекрасно. Туда я снимать не буду, сам луч какой-то синенький. Работает аппарат. Вот, двигает кареточки. Все крутится, ездит. Освоим программу ГРБЛ и начнем делать первые какие-то свои поделочки путни. Жужжит он не сильно. Дымок идет. Не знаю, как с фанерой будет. Это просто деревяшка. Что-то там навырезал уже.
Вот можем посмотреть. За штангой надпись виднеется. Вот так вот он работает. Че, китайцы молодцы. Все сделали, придумали. Отсюда я запустил тестовую программу. Вот так вот она выглядит. Была на флешке. Сделано 15%. 16%. Видимо, какая-то большая картиночка. Что-то серьезное там. Что он так долго выжигает. Ух, дымит. Видите, как дымит? Сколько дыма он идет. Вот туда идет дымок. Чадит. Выполнил 35% своей работы. Какую-то фиговину делает. Что-то аж пламя вырывается. Наверное, останавливаю я работу. Все обуглилось тут. Что он тут вырезал мне? Какую-то фиговину навырезал. Все гореть начало. Ну вот, буковки тестовые. Видимо, из фанеры что-то выжигать надо тут. Не понял я, что-то глубоко-глубоко он делает. Вот буковки вырезал. Так вот видно. Ну, это на обычной доске я вырезал. Какую-то старую нашел. Что тут с рельефом? Есть рельефик. Тут насквозь все прожигал что-то. Не пойму. Ладно, все. На фанеру брать и гонять.